Пальмы. Блин, как же тут красиво. Это, конечно, не идеал и не райский сад, потому что везде налет известковый, но, тем не менее, растения хоть как-то существуют, растут и радуют многих людей, которые сюда приходят. Видим. А такое растение даже у некоторых дома есть. Только в маленьких размерах и маленьких масштабах. Диффенбахия. Ой, здесь прикольно. Очень. Что-то еще цветет. Вау, как красиво. Отчасти красиво, отчасти печально, но больше красиво. Так цветет хамидорея. О, мам, смотри. Итак, я в ботаническом саду, в оранжерее, решил сходить сегодня.
Хоть здесь особо ничего не цветет. Но интересно. Немного лета.